Всем здравствуйте! В этом уроке мы нарисуем открытку ко дню мамы. Поверхность я заранее загрунтовала и перенесла рисунок с помощью копирки. Нам понадобятся цвета белый, бежевый, коричневый и черный. Работаем консистенцией пайпинг. Итак, начнем с лица ребенка, девочки. Для начала проведем контур лица. Из шеи получается, оставим место для нижней губы. Ее мы потом сделаем отдельно. Аккуратненько проводим контур. Провели контур и заливаем. Заливаем колебательными движениями. Стараемся не останавливаться. Как бы вот так носиком разравниваем поверхность. Вот таким образом. Если вы будете просто заливать, то получатся бугры. С консистенцией пайпинг работаем только так. Тоненькой кисточкой поправляем неровности. Дальше проведем контур лица мамы. Также оставим место для губ. Губы мы сделаем отдельно. Так, рука девочки тоже у нас будет поверх уже залитой шеи, поэтому сейчас мы как бы на нее не обращаем внимания, просто заливаем маму. Точно так же. Сначала вот здесь возле подбородка, потом пошли вверх. И затем шея. То есть подбородок у нас слегка схватился. И видите, у нас получился на шее вот этот переход от лица к шее. Объемный переход. Дальше, пока у нас лицо подсыхает, мы зальем руки и другие части, которые пока не соприкасаются с лицом. Провели контур и заполняем.
Дальше можем залить платье девочки. Платье полностью заливаем белым, отрисовкой будем заниматься уже потом. Провели контуры и заливаем. Также частично зальем волосы. А цветы мы пока не трогаем, потому что они у нас будут объемными. Пока только волосы. Также волосы мамы мы заливаем черным, то есть верхняя часть, которая выглядывает, и нижняя. Цветы пока не трогаем. Так, платье девочки слегка подсохло. Можем залить рукав. Оставшаяся часть волос мамы. Так, вот так я бы сделала губы, нижнюю губу девочки и губы маме. То есть вот такими двумя полосочками пока сейчас. Здесь я чуть-чуть задела волосы, поэтому я поправлю немножко. Так, дальше еще часть головы мамы.
Немножко добавим вот здесь у девочки тоже часть кудрей. Остальное потом прорисуем. Здесь у нас остается платье мамы и ручки и ножки девочки. Сделали контур, заливаем. Так, здесь нога девочки. И рукам. Заполнили саму руку и потом прорисуем кисть руки. То есть вот так я руку прорисовала, и потом я вывожу вот так пальчики. Один, второй, третий и четвертый. Так, и еще один пальчик, и все, оставим нашу открыточку до полного высыхания. Остальное продолжим уже потом, когда она высохнет. Итак, продолжаем. Для начала я пройдусь вот такими грубыми мазками серым цветом по одежде девочки и мама. Для получения такого цвета я смешала черный с белым. И затем влажной кисточкой я это все растушую. Дальше точно так же руки. Здесь у меня коричневый смешанный с белым. Вот по нижней части получается руки. Прошлись коричневым, растушевали. Это ножка девочки. Здесь тоже растушуем. Так, на шейке мы вот здесь затемняем. Подбородок.
Так, вдоль линии роста волос тоже пройдемся коричневым. Также у девочки. Дальше белым красителем я прорисую на темном фоне волосы у мамы. Просто вот таким образом, тоненькой кисточкой, пройдусь по черному белым красителем. По волосам девочки я прорисую точно так же коричневым. Так, дальше карандашом я намечу глаза. Глаза здесь сильно не вырисовываем, они так как бы полузакрыты. Практически их не видно. Ну, вот таким образом я наметила. И тоненькой кисточкой вот так вот прорисую. Просто треугольничек с ресничками. Так, дальше прорисуем бровь серым. И вот так слегка века. У девочки бровка коричневая. Так, здесь у нас вот так чуть-чуть прорисуем носик. Совсем немножко. И коричневым вот так немножко уйдем вверх. Растушуем. Дальше розовым прокрасим губы. У девочки менее интенсивно. Так, наши розочки, которые уже высохли, вот таким образом раскладываем.
Так, вот таким образом разложили розы, и сейчас мы их будем приклеивать на белый базовый айсинг. Так, дальше. Здесь у меня цветочный айсинг зеленого цвета. И через насадку листик я делаю вот такие листочки. Так, и точно так же внизу. Теперь вот так поверх листиков я добавлю белые точечки. И точно так же внизу. Так, здесь мы подровняем слегка контур вокруг волос, по линии роста волос. И выпустим локоны. Тоненькой кисточкой вот таким образом прорисуем. Дальше немножко вот так черным я прорисую контур улыбки и растушую это все. Так, белым красителем я вот так прорисую складки на одежде. Дальше слегка ярко-розовым я вот так оттеню розочки. Не полностью, просто вот в некоторых местах, кое-где.
Вот видите, как они сразу оживают. Так, немножко пройдемся по краям розочек белым, прям по самым краешкам. И зеленым пройдемся по листикам. Не по всем, тут по некоторым, но вот это сделает их более живыми. Так, дальше я серым пройдусь по контурам одежды. И останется немножко добавить у девочки тоже локонов, чтобы у нее прядки были более естественные. Вот таким образом добавляем. Где-то прям по фону рисуем, где-то по одежде, по шее. Ну, вот так вот. И немножко пройдемся вот так белым, то есть прорисуем тоже волосинки белым цветом. И, собственно, все, наша открыточка готова.